Всем привет, с вами Забавон, и я чертовски как обожаю рубить ножиком в Call of Duty. Беру с собой метательный топорик, ножик и какой-нибудь дробовик или винчестер, насуюсь по всей карте, гношу вот так вот врагов, разношу в калача просто, зубами рву. Начал свое шествие еще в Modern Warfare 2, чуть позднее начал раздавать тумаков в Call of Duty 5, резал совков, фрицев, всех порвал. Чуть позже нагрянул в Black Ops и в Black Ops 2 и просто начал кромсать налево и направо. Особенно понравилось метать нож. Как он втыкается. Как же это возбуждает. И вот теперь я взял свой любимый обрез, надел свою ушаночку, взял метательный ножик и пошел рвать глотки в новой колде. И посмотрим в этом ролике, что из этого получилось. Приятного вам просмотра! А я пошел рвать. Вы меня знаете, я же не прошу, но в этот раз поставьте, пожалуйста, лайки. Покажите этот ролик еще кому-нибудь. Скажите, вон дурачок нашел бегает. Может быть, кому-нибудь понравится. Я буду выпускать такие ролики еще чаще. Будем резать вместе. Давайте, я вас верю. Всем удачи. Приятного просмотра. Пацаны, где пиздец? Я лечу нахуй. По своим трупам. Я не жалко, что ты приехал. Чарли взяли его. Давай. Сука. Откуда ты знал, что он ошибка? Я тебя убью. Так, это ёбаная ошибка, блядь. Единственный, который чаще всех пиздел. Пучка, ебаная. Заходи, Са. Фу, на втором. Сзади, сзади, сзади. Бля! Чего происходит, я не понимаю. Thank you.
нас! Цель обезврежена! Подбили! Ну вот и закончился очередной ролик. Надеюсь на вашу активность. Пишите комменты, даже если вам не понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. И если любая активность будет повышена, следующий ролик будет еще сложнее. Будет еще извращеннее убийство. Будет еще больше стремления сделать что-то такое. А сам ролик будет сложнее по монтажу. Поэтому жду вашей активности и всем пока.